Продается двухкомнатная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47, телефон 227307. Продается четырехкомнатная квартира в двухквартирном доме с участком 17 соток в Оренбурге по улице Мирнинской, 15, телефон 201980. Срочно продается однокомнатная квартира 41 квадратный метр по улице Просторной, 23/2, 1 миллион 890 тысяч рублей. Телефон 8 932 540 65 66. Сдается однокомнатная квартира по улице 16-я линия. Телефон 8 961 906 79 79. Продается реф-контейнер 40 футов в рабочем состоянии. Звонить 8 905 849 02 37. Ремонт стиральных машин. Запчасти. Телефон 60 60 80. Обучение охотников и граждан на травматическое оружие. Школа ДОЛГ-2. Телефоны 58 27 25 94 18 38. Зарплата высокая всегда. Звони в Гортранс по телефонам 90 73 45, 90 74 93, 90 77 52, 90 73 36. Требуется пекарь. Звонить 96 72 12. Требуются лицензированные охранники. Телефоны 8 922 891 28 21, 8 922 813 08 47. Требуется операторный экскаватор-погрузчик GCB. Звонить 428 007. Требуются грузчики и разнорабочие. Телефоны 97 23 39 8 987 899 79 88. В пекарню требуются посудница и формовщики с опытом работы. Телефон 8 901 11 27 546. Требуется помощник по хозяйству с проживанием. Телефон 92 77 50. Требуется водитель категории БЦ. Звонить 8 912 352 65 70. Требуются фасовщики. Телефон 202 803. Организации требуются плотники-бетонщики и арматурщики. Оплата от 1000 рублей в день. Телефоны 56 34 79 8 965 692 39 89. Требуется повар-универсал. Телефон 27 23 29. Требуется экономист. Опыт работы от 2 лет. Желателен опыт работы на торговых площадках. Звонить 436-536. Требуются пилорамщики. Телефон 55-46-47. Требуется водитель на 38-й маршрут. Звонить 60-57-57. В ресторан требуется посудница-уборщица. Телефон 68 87 83. Требуется кладовщик, специалист по ковке, слесарь по ремонту оборудования. Телефон 99 24 22. Требуются лицензированные охранники. Телефон 8 912 352 98 92. Не хватает зарплаты? Приходите в Гортранс. Бесплатное обучение и стабильная зарплата. Телефон 40 78 46. В организацию требуется прачка. График 2 через 2. Телефон 30 20 10. В салон-парикмахерскую требуется маникюрный мастер. Телефон 96 86 12. Требуется водитель на развоз продукции. Звонить 8 922 829 91 43. В банк на улицу Володарского требуется уборщица. Телефон 30 20 10. Требуются грузчики. Телефон 8 912 352 65 70.
требуются лицензированные охранники, телефоны 8-961-918-2110 или 225-007. Требуются автомойщицы. Телефон 8-903-360-67-51. Требуется машинист бульдозера на Четру, опыт работы обязателен, и автоэлектрик со знанием GPS-навигации. Зарплата при собеседовании. Телефон 8-922-878-88-92. Требуется парикмахер. Телефон 20-06-98. Требуются сварщики по изготовлению металлических дверей. Телефон 94-12-13. Требуются автомойщики. Звонить 28-65-75. Требуется помощник повара. Телефон 27-08-04. Антикризисный вариант. Работа в Гортранс. Стабильный заработок. Бесплатное обучение. Телефон 40-78-46. Требуются рабочие в цех по изготовлению стеклопакетов. Телефон 99-04-16. В производственную организацию требуется электромонтер. Аттестованная группа допуска не ниже третьей, опыт работы. Инженер-проектировщик ПГС. Высшее образование, знания нанокат, автокат, опыт работы. Станочник деревообрабатывающих станков. Документ о профильном образовании, опыт работы. Звонить в рабочее время по телефонам 30-62-54, 30-62-53. В кафе «Блинную» в Степном требуется продавец, повар, официант. Звонить 20-90-12. Требуются автомойщики. Телефон 577-242. В швейный цех требуется швея, закройщик «Универсал», трикотаж. С опытом работы от 3 лет, полный соцпакет, официальное трудоустройство, зарплата сдельная, промышленный район, завод РТИ, телефон 26-28-67. Требуется рабочий по обслуживанию здания, зарплата стабильная, телефон 20-24-25. В гостиницу требуется электрик с 4-й группой допуска. Оформление по Трудовому кодексу. Звонить 676-991. Требуется мастер ногтевого сервиса. Телефон 90-29-60. Требуется швея. Звонить 8-903-368-46-84. Требуются повара, пекари-кондитеры. Телефон 90-84-60. Требуется электромонтер. Телефон 30-59-58. Требуется машинист на экскаватор-погрузчик. Звонить 222-649. Требуются уборщицы. Работа по графику. Телефон 55-90-02. Завхоз 37 тысяч рублей. Администратор 24 тысячи рублей. Телефон 46-68-97. Опытный снабженец 38 тысяч рублей. Телефон 46-36-10. Замглавного бухгалтера 34 тысячи рублей. Администратор в офис 24 тысячи рублей. Телефон 55-38-08. Замдиректора с техобразованием 40 тысяч рублей. Звонить 60-41-06. Банковские сотрудники 25 тысяч рублей. Телефон 92-08-63. Замруководителя 40 тысяч рублей. Бухгалтер 28 тысяч рублей. Звонить 69-54-01. Руководитель по персоналу 35 тысяч рублей. Штат 50 человек. Телефон 59-49-40. Кадровик, можно без опыта. 18 тысяч рублей. Телефон 60-65-27. Три сотрудника в офис. От 23 тысяч рублей. Звонить 60-27-38. Сотрудник с опытом работы товароведом. 25 тысяч рублей. Телефон 46-36-10. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.